Всем привет, это Гоша в Америке. Остановились в Аризоне. Напарник сейчас пересядет за руль. И вот такая красота. Это далеко-далеко там. Пустыня. С другой стороны, вот тоже пустыня и предупреждение, что здесь есть змеи и скорпионы. И такой трак-стоп. Здесь отдыхают, обедают. С другой стороны такая парковочка. Все культурненько. Автоматы. Автоматы, чтобы не украли на замке. Это для дальнобойщиков, для трак-драйверов сделано. Да не только для трак-драйверов, путешественники останавливаются на таких машинках легковых. Далеко видно, не знаю даже сколько километров. Метров 20, наверное. Американский флаг.